Ну что ж, девчонки, мальчишки, добрый вечер или добрый день, 4 часа. Вот снова я в Венеции, средневековые часы. Так, вчера в комментариях один мужчина написал, что, оказывается, капусту выращивали еще в древней, в Римской империи еще 2000 лет назад. Один из римских императоров, который даже был сыном слуги императора, смог добиться всего сам. В конце концов, стал даже императором. И вот в этом базилику Сан-Марко где-то стоит эта статуя тех времен, той эпохи, из 4 императоров, которые под императорами были, 4 вассала. Я прочитала в Википедии, но у меня сейчас нет времени. Вот эти вот все заборы, смотрите, какая очередь. Все эти заборы, что делают реконструкцию этого базилика Сан-Марко. Миллион народу, вы представляете? Мне пришлось взять 3-ю маршрутную лодку, потому что 2 были переполнены с вокзала до Сан-Марко. Я до Риалто дошла. Смотрите, какая очередь, чтобы зайти в базилику. И вот это вот должно было быть где-то вот в углу. Но, к сожалению, в каком углу? Это античная скульптура. Ой, везде очереди. Вот сюда на башню тоже очередь стоит длинная. Как муравейник. Пошла я лучше по бутикам, где мало народу, где дают шампанского. Потом пойду по всяким там террасам смотреть сверху за бокал дринка, чем я буду стоять в этих очередях. По часу дня, по часу надо стоять. Я думала, что уже разъехались туристы после Cinema Festival, кинофестиваля. Нет, остались. Или понаехали еще. На 3-м в Апаретто смогла сесть. Ребята. Так. О, боже мой, эти еще накакают на голову. Один раз в Сан-Тропе мне голубь накакал прямо в сумку. Внутри сумки я сидела с коляской. Так, везде играет музыка. Мы это уже снимали, эту музыку, эти бары. Снимали неделю назад, прошлую субботу. Здесь у нас Аврора бар, следующий у нас Флориан бар. Флориан бар, всегда музыка. Все гремит, пакет со сменной обувью, если вдруг устану, переобуюсь. А то в этих элегантных туфлях так ноги устают, они же узкие. Вот здесь вот, видите, это Флориан, один из самых дорогих баров. В принципе, везде все очень дорого, во всех барах. И на террасах, и на нетеррасах, и внизу, и наверху. Видите? Там Сан-Марко, девчонки, мальчишки. Смотрите, наслаждайтесь. Свежайший воздух после 24 часов дождя. С громами, с грозами, с ливнями, с молниями. Всю ночь не давал мне спать этот дождь. Но я все равно приехала в Венецию потусоваться. Вот она я, Жасминка, Витаминка. Всем привет! Смотрите, какая очередь в Эрмес. Лоро Пиано. Mm-hmm.
быстро схожу в Валентино и вернусь сюда. Боже, ну сколько туристов. О, мама дорогая. Изумрудные туфли. Вы представляете, какая очередь? Dior. Надеюсь, сегодня успеть зайти в Dior. Стрит-стайл туристов. Смотрю, витрины не поменяли, все те же. Боже, как же все-таки трудно летом, когда жара, в туфлях, лодочках. Как ножки правая, как ножка правая болит. Еще в новых туфлях, как сейчас буду ходить. Хотелось здесь в Венеции надеть. Падово же некуда надевать. Так, Bottega Veneta. Вот эти вот плетеные сумочки. Мио-мио. Мио-мио, с каждым годом юбка все короче и короче. Как для школьниц колледжа Японии. Ну вот, пришла я вот. Слева у меня отель Баур. А справа у меня Валентино и Версачи. Думаю, что вечером, наверное, будет прохладно. Сейчас-то, конечно, уже жарко. Вот он, Версачи. Девчонки, кто-то у меня просил, чтобы я зашла в Версачи, но зайду потом. Смотрите, какие сумочки новые сделали Версачи. Так, гондольеры. И сейчас вот мы зайдем сюда. У них прямо такой розе фуксия. Или как это называется? Этот цвет. Девчонки, моя консультантка занята. Поэтому я пока буду показывать вам вот этот розе-шок. Розе-шок, розе-шик. Ну, какая-то подсветка странная, желтого цвета все. Слишком много народу. Вот она я. Жасминка, витаминка. Бонжорно. Бонжорно. Подожду немного мою продавщицу. Ой, какое платье красивое. Как я люблю белый цвет. Интересно, сколько такое платье стоит? Или это кафтан? Он очень большой. Так и не смогла увидеть, сколько стоит. С капюшоном, жилет или манто это называется. Я в такой рубашке от Hermes. Она вообще-то вот так должна быть, но слишком жарко. Just to show you.
эти блузки знаменитые. Вот эта вещь мне нравится. Но надо быть высокой, чтобы такое носить. Окей. Всем привет! Из Венеции, из Валентина. Пришла забирать мои черные туфельки, элегантные. И вот такая вот я сегодня в тренче новом. Всем привет! От Жасминки витаминки. Ха-ха! Grazie mille. Mi piaceva anche quella di 850 con quelle cose, però voi non? Sì, 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 sì. Ti ho mandato l'applicazione. Pcionki, prenisli mai tuffilki. Cosa? Sì, entrambe. Non come si chiama twin set, ieri provato per 250, non paragonabili. Нельзя сравнивать с твин сетом. Grazie mille. Allora, questo 38. 38 e 38 già. Sì, sì. Всем привет из Венеции, из Сан-Марко, ой, из Валентина, non Сан-Марко. Девчонки, посмотрите, какая я красивая. В новых туфлях, элегантных, рафината, секси. Дорогие мои подписчицы и зрители, вот снова я в Венеции, Валентино. В своем новом тренче и в своих новых туфельках от Валентино. Всем привет, всем салют. От Жасминки витаминки, казашка в Италии. Окей, Sì, per questo, perché non riesco più 50 paio di tutto alto, tacchi alti, 10, 12, 13 cm, non riesco più perché piedi destra. Guarda, io posso avere in due giorni, sai cara? Sì, sì, ti scrivo quando mi serve. Allora, guarda, sia così che vediamo così. Ecco, molto belle.